Поднимаем ручку. Целом закладываем открытые ладошки. Мы ее проворотом поднимаем сюда. Шагаем с правой ноги, раскрываем ручку. Шагаем с левой, кладем ручку на грудную клетку. Шагаем с правой, ручки соединяются, поднимаются наверх. И с левой ноги топаем, руки сбрасываем вниз. И начинаем делать прыжочек. Момент прыжочка. Мы расходим колени в стороны, руки разбрасываем тоже в стороны. И приземляемся на широкие ножки. И отсюда повторяем этот прыжочек. Только теперь у нас должны ноги прийти вместе. Отсюда мы падаем вправо, раскрывая ноги в такое положение. И через центр в другую сторону. И доставляем ножку вот сюда в диагональ. Соединяем это. Усопта. Вжух. Как только мы поставили ножку, мы руки соединяем вместе. То есть они у нас были здесь, здесь. И мы снова их соединяем сюда, когда стоим в диагональ. Через низ. Поднимаем, это у нас левая нога, согнутые в коленях, руки идут к противоположному плечу правому. Через низ сюда, через низ снова сюда. И когда мы возвращаемся на центр, раскрываем эту ручку в бок, а этой три раза будем бить в себе. Так. То есть сюда, сюда, сюда. И когда мы три раза бьем ей вовнутрь, вторая ножка тремя шагами нас разворачивает. Дальше мы прыгаем на две ножки и сбрасываем руки вперед. И через голову скрываем руки вперед. Собираем их на животе и падаем на правую ножку назад, раскидывая руки. У нас идет переход. 5, 6. На 7 руки раскрываются в стороны. 7, 8. Собираем их в такое положение. На 8 и поднимаем правую ножку, поднимаем ручку вверх. На раз отталкиваемся. То есть мы отпрыгиваем на левую ноги в сторону, отталкиваемся ручкой. То же самое делаем с другой ноги и в другую сторону. Та-та-та. Ставим ножки вместе. Руки идут вперед. Выпрыгиваем чуть вперед. Распрыгиваемся. Руки-ноги. Спрыгиваем вместе под такое положение. И отводим ручку. Та-та. Еще раз соберем. Это получается наша вторая часть. Мы сделали переход вот отсюда. Вдох. Шагнули. Шагнули. Та-та. И раз, и два, три, и четыре. Дальше. Мы шагаем назад. И заворачиваем заднюю пятку левой ноги к зрителю. Идет сюда же ручка. Потом мы через центр переходим на эту ножку. То же самое делаем, заворачиваем пятку. А теперь поворачиваем и возвращаемся на зрителя. Потом заводим вес еще раз назад. Готовим ручку к замаху. И переносим вес вперед, маша левой рукой. Когда мы пришли сюда, мы повторяем это только в эту сторону. Так? То есть мы с центра, заднюю пятку выводим на зрителя. И держим теперь правую руку перед собой. Переносим через центр вес вперед. Но только теперь мы не делаем эту штуку, вместо нее мы сразу заносим вес. Выпрямляем эту ручку, перебрасываем ее сюда. И в последнем движении тянемся вверх и роняем руки на правое колено. После этого мы ножку ставим на свою точку. Ребята в свободном полете, они в разных движениях уходят вниз. И на начало куплета, бум, у них идет бит, спиной вверх, бум. И потом они стоят. Это первый дух, первый прием. Собираем вместе целиком, полностью всю беспорядочку. Итак, усопта, вжух. И не чем дя, не тэ, ю, Лишимся не перед душой.
We're done.